общем, ребятули, такая фигня с нашей аудюшечкой. Приехала поменять датчик, АБС не пришел. Вернее, пришел, но пришел не тот. По вину бьется с круглым входом, здесь квадратный. Пошел на другую сотку, глянул, ой, на шестую. Такой же квадратный вход, не знаю, что они там не могут накружить, наши поставщики. Ну, в общем, суть не в том. Хозяин Audi попросил посмотреть, у него подтекает. Все время приходится доливать антифриз, не может понять, в чем беда. Вот, мы первый раз нашли одну проблемку, поменяли ему патрубок. Там снизу, под радиатором. Вот, и все равно, как бы, проблема не ушла. Сегодня я разобрался, добрался до печки, туда залез, в общем, там посмотрел, приговорил сразу краник, он лопнувший, потрескавшийся, очень старый, походу, еще родной, ни разу не менялся, вот, и сейчас там все, как бы, когда разбирал, все в антифризе было, сейчас машинка выгорает, все выгорит, короче, это испарения все эти пройдут, и будем смотреть, если же патрубки остальные все нормальные, значит, сейчас приезжает наш краник, ставим краник, и все, человек уезжать довольный. Вот такие вот дела с нашей удюшкой. Ну а датчик АБС будем, тогда уже не знаю, будем ждать. Может, ребята найдут этот с квадратным входом. Непонятно, что они не могут его найти, в общем. Смотрим дальше, в общем, придет датчик, будем собирать и продолжим. Я дальше домонтирую этот видос, видите, какие руки. Но за руль не берусь, все, подстилочку постелил, все отлично. Все, всем пока, до новых встреч. Вот такой вот вакуумный краник. Он открывается, закрывается климатом за счет вакуума. Такая шлангочка стоит. Сейчас покажу. Вот он нажал. Вот так, чик. Типа закрытый. Вот, я пальцем заткнул. Вот это отверстие. Вот, смотрите, отпускаю палец. Чип он сразу. И вот он потек. Видите? Да не тебе кажется, ты пока-пока, жига-мамка, куда запрятала трава. Короче, ребятки, подсоединил напрямую, старое все сейчас повыгорает. Не включу обратку, и пусть простят же нас эти небеса, за наши деяния, вдруг вся родня, идут делить наследный дом, молодые вдовы, ну вот потом. А мы пока обогреемся. Ну пусть поработает, в общем. В общем, ребятули, крутим ракеты. Короче, нашли причину. Сейчас заказали этот краник. 400 гривен делов. Это стоимость его. И, возможно, ну патрубки не будем, наверное, заказывать. Просто сейчас, если не уйдет, не испарится, значит, походу текет сама печка, потому что я видел, там герметь уже какой-то намазанный, короче, будет видно. Печкой попросили разобраться, куда уходит антифриз, а он уходит с патрубков, в общем, он уходит с краника, ну, с патрубков. Сейчас посмотрим, возможно, придется менять сам радиатор печки. Ну а вы что, как ваши делишки, ребята? Напишите там в комментах, что, кто сталкивался с такой проблемой. Ну, печка греет хорошо, без вопросов вообще. Странно. Пойдем посмотрим, что у нас тут произошло, происходит. Да вроде все, не парит. Веришь или нет, этому не будет конца. Не введись на кучу грязных и безликих провокаций. Мало ли кого с какими думами закинули сюда. Могу тебе деть более минора, не нагоняйка. За пределами дозволенного давным-давно гуляем. Заколдованными патронами по демонам стреляем.
все, по машинке пока месь едет запчасть, чтобы человек мог ездить, поставили вместо краника напрямую трубку, обжали ее хомутами, и все, огонь. Пока человек покатается пару дней, пока придет, потом приедет, мы его быстренько заменим, и все будет огонь. Ну все, по Audi пока. Лица бы тут среди этих якорей. Я не к этому летел, за приз, запрет и кому.